Социальная сфера остается важной составляющей политики нашего государства. На постоянном контроле у президента и поддержка пожилых. На этой неделе Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому пенсионерам продлили сезонные скидки до конца октября. Таким образом, на весь период сельхозработ проезд будет в два раза дешевле. Тема льготных тарифов была анонсирована во время посещения президентом Светлогорского района. Тогда вице-премьер озвучил просьбу пожилых людей продлить на месяц период скидки на проезд в поездах региональных линий. Лидер предложение поддержал. Документ разработали в Министерстве транспорта и коммуникации. В ведомстве прокомментировали, как будет работать указ. Предусматривается продление периода предоставления пенсионерам 50% скидки со стоимости проезда ежегодно до 31 октября. Право на скидку реализуется гражданами на основании проездных документов при предъявлении пенсионного удостоверения. Документ касается пригородного сообщения. Как правило, это электрички и автобусы регулярных маршрутов.